А для тех, кто любит объемы побольше, я предлагаю воспользоваться предложением «Чаша Бум». Данная чаша также имеет легендарную влаговоздухонепроницаемую крышку и ручки, за которые удобно брать и переносить данную чашу. Данная чаша отлично подходит для того, чтобы замешивать большое количество теста, засаливать огурцы, томаты, грибы, капусту и, конечно, для того, чтобы мариновать мясо. Если в емкость положить кубики льда, то чашу Бум можно использовать в качестве холодильника. Также чашу Бум можно использовать в виде кондитера для хранения и сервировки тортов. Используйте внутреннюю сторону крышки, положите торт и накройте основанием для того, чтобы создать вот такой купол. Возможности чаши Бум действительно безграничны. Чаша Бум целых 10 литров.